привет! Продолжаем проходить Dark Souls ремастерский, который у нас первый. Вот, мы в прошлый раз, в принципе, прошли первого босса, и на этом у нас закончился путь, так сказать. Продолжить. Мы направились в какую-то новую локацию, уж не знаю, что там. Я должен что-то нажать? Или загрузка? Ну да, я здесь остановился. Я не помню управления вообще. Ну что, неудивительно, часовая серия. Бейст. Стиль мясника. Оценка 2. Что? Блин, как я херена сейчас в волейбол поиграл просто. А что у нас тут? Ты должна быть здесь недавно. Дай-ка угадаю. Судьба нежити, верно? Что ж, и до тебя сюда приходили. Но ты не найдешь здесь спасения. Лучше бы вам всем остаться гнить в прибежье нежити. Ну что сейчас говорить? Раз уж ты здесь, то я помогу тебе. Колоколов пробуждений на самом деле 2. Один вверху, в церкви нежити, а второй глубоко внизу, в развалинах основании чумного города. Ударь в обе колокола, что-нибудь произойдет. Гениально, правда? Что ж, я все сказал, но, похоже, это тебя не остановит. Так что ступай. Тебя уже здесь привело в наше проклятие. Ведь это привело в наши проклятые земли. Чё? Я не знаю, что за кровавые пятна, если честно. Блин, как же это неудобно. Где настройки? Так, это понятно. Захватывается ходьба, Alt. Shift и... ага. Сменить предмет это вниз, что ли, колесико? Сменить заклинание какое-то, сменить заклинание. Оружие в правой руке, атака, ага. Ага. Использовать R, да. Перекат, пробел, прыжок, ага. Действие E. Схватка одной рукой, двумя... ага. Ясненько. А где-ка прокачиваться? Гадика. Я же много чего получил. Вот, новый уровень, наверное. Уровень 3, душа 2400. Требуется душа 707. Ну давай прокачивать. Тут не хватает уже. А, можем еще, короче, понял. А что интеллект дает? Человечность 0. Давайте здоровье прокачаем, все-таки тоже нужно. Да блин, почему Е-то? Я не знаю, что это такое. Что, блин? Я не знаю, что это значило вообще. Какие-то красные пятна появились. Восставь солнце.
Бей прыжки 2. Тайны впереди. Берегись, лжец. Вот, окей. Меню жест. Ж. Блять, ладно. Ты кто такой? Привет, полагаю, мы не представлены. Я Петрус из Старлунда. У тебя к нам какое-то дело? Если нет, то не стоит на тебя держаться подальше. Там по-любому что-то есть просто, нет? Прости, пожалуйста, еще. Опа, души. Души пропавшего мертвеца. Пропавшего. У меня огонек что-то какой-то надо мной. Это окно. Я сюда не пойду. Что-то, блин, странно. Тупики какие-то повсюду. Десять фляг, когда я столько имел вообще? По умолчанию в начале. Серьезно? Он пробивается в любом случае. Неожиданно. Это что за хуйня? Так, а парирование. Да ладно. Букнули. Что это за звук был? Кто-то сморкнулся. Душу пропавшего. Что это за хуйня? Окей. Еще одна душа пропавшего мертвеца. Стороны не открыть. Это срезка, да? Блять, как же вас много.
Так, стой, а как парировать-то? А, shift надо нажимать, окей. Типа, ага. Блять! Да ладно. Вообще на них я не должен как-то вообще урона получать, но получаю. Я просто хз, есть в бочках что-то или нет? Вот без понятия вообще. Тут босс, кстати, походу. Ну ничего, ладно. А я думал через эту штуку к боссу. Блин, одна душа, одна. Это было, блядь. Блин, а парирование работает, когда он... Почти. Найс. Найс, блин. Прекрати. Прекрати это немедленно. Типа, если я его добиваю. Ага, найс. А, урон не проходит, все нормально. Блять. Давай. Да, блять, ты хорош. Мой косяк, согласен. Проход есть какой-то. Что здесь, блядь? А, вот что здесь. Здорово. Ты живой? Ну а что ж, пока что ты понимаешь, что к чему верно. Значит, я с радостью продам тебе свои товары. Я торгую за души. Все на продажу. Это значит. А, ну, типа на один раз. А, так, что у нас тут есть?
Блин, знаете, бы что это значит, еще написано то, что. Ну что это вот это значит? 16. Против огненного 16, против режущего 21, так понимаю, 30 просто и 7, что это такое? Яд. Вес 6 кг. Допустим. Спасибо большое. А то продать можно или что? Ну, блин, она стала медленной очень. Ладно, зря. Еще раз не буду так. Я не знаю просто, какая вот тяжелая, какая нет, по весу, как оценивать. Ладно, окей, допустим. Блять, да как так-то? Заебись. Какую-то хероту поднял. Ну, я не знаю, типа кольчуга и как назвать серию. Какой-то дракон был, но я не сфоткал, не успел среагировать на это. Нет, спасибо, сюда не буду прыгать. Метательные ножи получил. Что бы это ни значило. Блин, я опять фляг потратил, ужас какой. А что такое 0-0? Около хп. Что это? Просто таинственное 0-0. Тут как бы все. Вау, так много всего здесь. Стрелок впереди, ладно. Хрена повезло. Тут не хватает. А, тут лестница есть, что ли? Ее не видел. Ну вся, как я туда попаду вообще? Это, наверное, лезть можно. Да ладно. Блять, что это за замах? Тихо, блядь! Что это было? А че у меня фляг-то больше-то не стало? Погодите, что за херня? Давай, иди сюда. Да как так-то? Я же вроде нажал нормально.
Так, ладно, пить с ними нельзя. Это их до хрена здесь. Этого я не ожидал. Иди сюда. Да как так? Сука. Ты что-то прибежал, что ли? Да, он прибежал до этого. Что это было сейчас? Так, братюни. Найс. Это не открывается с этой стороны, да? Да. Ла-ла-ла-ла-ла. Он так долго убьет, это ужас. Какой-то сундук. Типа там что-то лежит. Черная огненная бомба. Да этим пользоваться-то не буду. Ой-о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 й. Ничего не вижу. А, камера охуенная, я понял. Ага. Блять, что это было сейчас? Где-то наверху. Найс, блять. Пошли нахер. Блин, что такое страшное, обалдеть. Хотя больше никто ничего не кидает. Хотя они все равно возрождаются, блин. Стрелки повсюду.
А как же метательные? Давай. Ну, блин, ну заебись. Просто лучше. Обалдеть, там концентрация сразу вылетает. Юбку полого солдата. Я юбку нашел. Круто. Опа. А, там ключ какой-то нужен, наверное. Воу! Где я? Так, а реально, где я, как все попал? А, вон туда можно спрыгнуть, наверное. Что это? Как можно, типа, по-тихому передвигаться? А чё такой мощный? Блин, самое хорошее, отсюда душ-то не достану даже. Я там урона ему вообще не наносил. Блин, самый херовый сейчас опять с этими драться. Как так я ж попал? Тайминг. Найс. Пропускаю вечные удары.
Колобком, наверное, было проще бы. А, ты живой, ё-моё? Это другой какой-то. Блин, ну что, я без них обойдусь как-нибудь? Спешу. Потерял все души, ладно. Хорош. Прыгай. Ну не так же, блин, как ты это сделал? Сколько там, 2000 проиграл? Классно. Да хорош, погоди, я первый бью. Мы же договаривались. Да блин, ну что это? Пиздец, стан зашел. Увернулся, обалдеть. Охуел! Обалдеть, решил выпить фляжку. Иди сюда. Вот как это? Что такое один? Ну, типа я душу потерял один раз. Это вдвоем. Того рыцаря без понятия, как убить, если честно, вообще. Вот ноль понимания. А, я вон туда упал, я понял. Заперто. Везде все заперто. Дурачок, бегаю. Я все жду, что что-то упадет.
Ящер впереди, какой ящер еще. Это босс тут-то? Серьезно? Вау. Красиво. Ну только тут стена мешает все фотографировать, ладно. Славь солнце. Ну это красиво, правда я не знаю, как убрать интерфейс. Это плохо. Мне не нравится вот эта вот стена. Сейчас что-то будет. Найс. Блин, этот бред. Ну ладно. Как мне бесит эти кнопки. Очень странное расположение. Ну, это намного быстрее, да. И сюда. Хорош. И сюда. Он как ебанько может прыгнуть, поэтому надо следить за этим. Почему мне тут 10 раз было? 10 тест потом было, это странно. Дурак. Просто чтобы меня не атаковали. Лучше тут борьбы. Блять, ну что это за прыжок? О, бля! Да, блять, иди нахуй! Ебали! Как этого демона победил, если там далеко так от него? Просто пробежать. Но ты прикалываешься. О-о-о-о, не туда.
Так, ладно. Ящер, так говорите? Послать солнце, чтобы это не значило. Две 800, охереть. Ладно, допустим, сейчас прыгнем, да? Тут, блин, еще забор такой ужасный. Почему ты так делаешь? Я тихо, аккуратно. Ты что, ебанулся, что ли? Это удар был. Очень узко, я не могу здесь с ним драться. Вечно застреваю где-то. Тут бежать далеко, пиздец как. Может, там где-то есть огонек? Ой, блять, идите. Да, такой путь сюда бежать, это ужас. Пиздецки узко здесь. А почему здесь мечник? Внезапно, блин. А, он оружие сменил. А если пробежать мимо него? Там дальше стена есть так-то. Его переместить с ним. А, ясно. Окей. Он, блядь, не проходит. Он застревает с ним. Пиздец, блин. Да быстрее вставай, что ли. Я не знаю, что делать. Это просто дебильная локация. Ну как я должен мимо него пройти? Очень странно. Уйди нахуй! Вот встал, блин, обалдеть, да? Что за херня-то была?
Все, надо забивать на сегодня уже. По крайней мере, я душу здесь потерял. Отлично. Неужели нет ближе к острану? Что это за бред? Чего тут бегать столько-то надо? Он бывает просто не реагирует. Я нажимаю пробел, ему похуй. Неужели здесь нет нигде костра? Там бегать просто с ума сойдешь. Все трое пришли. Это обалдеть. Четверо. Просто не вижу, как я должен пройти мимо этого чудика. Вот как. Ладно, допустим, пока что опустим эти страдания. Все хорошо. Главное, не отстают, они также бегут за тобой. Там вообще просто. Мне его нужно проходить, этого чудика. Вот этого вот огромного. Последняя попытка, возможно, да? Возможно, еще и не приспособился к перекату в целом. Ну, типа, как он работает. Он слишком огромный для этого, места. Ужас какой-то. Блядь, да не дал. Ты что, прикалываешь, что ли? Он мне встать не дает, типа, он меня выкидывает за пределы просто. Как же, блин, мне там его обходить? Ну это бред какой-то. Они бы еще в эту комнату его запихали, как это же вокруг. И то тут, мне кажется, больше шансов от него вернуться. Ладно, это будем в следующий раз разбираться. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзор саундтреки, как обычно, всем спасибо и всем пока.